Мы посередине стояли около бревен. Сначала я прыгнул, потом Миша, потом и Андрей Истомин. Потом на нас не смотрели, прыгнул Семен. Я сразу за ним. Он сразу мне на пояс прыгнул. Я его тащил, вместе с ним тонул. Потом я его за ноги взял, ближе к берегу потащил. Потом еще два мальчика прыгнули, помогали. Все равно не вытащили, вместе с ним тонули. Потом дяденька подбежал. За ним Бабло сказал, нехорошо плавает. И Бабло за ним. Он его пытался достать. Брал за голову, чтобы вверх головой был, чтобы он не потонул. И ближе к берегу тащил. Не получилось. Дяденька мальчика откинул и поплыл к берегу сам. А почему он стал тонуть? Не знаю. Потому что он говорит, что он хорошо плавает, а на самом деле нет. Погода была теплая, жарко было. Вы все одноклассники? Нет. Хорошо, вы тогда, Паш, сдвинетесь немножко, мы и тот район посмотрим, и вот эту вот. Надо выходить сюда немножко и дальше. Максим, а сколько у тебя воздуха осталось? Семьдесят. Ну так ты красавец. Сегодня в конце дня уже поступил вызов на центральную спасательную станцию от оперативного дежурного о том, что ребенок упал с Банова и утонул. Было собрано две водолазные группы, и в настоящее время проводится поиск тела предположительно утонувшего ребенка. Ну, очевидцы показали место, описали ситуацию, при которой ребенок был погиб. Ну и вот идут поиски в настоящий момент. А каким образом осуществляются поиски? Работают две группы с двух катеров. Будем прочесывать очень плотно все дно акватории вот в районе, ну и плюс прилегающий по сносу от течения. А что осложняет поиск? Осложняет сильное течение в настоящее время. Ну, глубина не очень большая, но в то же время 5,5-6 метров.